Алматы. В составе делегации от края находится и председатель законодательного собрания Александр Ус. Вот что он рассказал сегодня нам по телефону. Пребывание здесь красноярской делегации, думаю, очень полезно прежде всего для подготовки наших игр, которые пройдут, как известно, через 2 года. И что не менее важно, вот ощутить атмосферу и приобрести дополнительную мотивацию, драйв для того, чтобы игры прошли для красноярцев и прошли на качественном уровне. Ну и очень символичный момент, конечно, сегодняшнего дня – это передача флага в Универсиаду делегации Красноярского края, города Красноярска. И я думаю, что это придаст дополнительной ответственности.